73. bölüm. Шахерезад ханом? Госпожа Шахерезад, что-то случилось? Госпожа Шахерезад, вы побледнели. Принести вам воды? Мы не будем сегодня работать, еда. Если вы не хотите... Мне нужно выйти, ты не обидишься? Конечно, нет. Похоже, возникла проблема. Я могу вам помочь. Нет. Вам что-нибудь нужно, госпожа Шахерезад? Нет. Аллах, Аллах. Онур нанял человека следить за мной. Он все еще не верит мне. Не верит. Что вы там делаете, госпожа Еда? Вот, нашла. Не могла найти. Вечером я пойду на строительный объект. Передайте это господину Нуру. Любимая? Вы с Эдой закончили работу? Пойдем вместе выпьем кофе. Я бы выпила, но я спешу. Куда? Мне нужно встретиться с руководителем строительной компании Трес. Я совсем забыла об этом, он ждет меня. Руководитель Треса важнее меня, пусть ждет, ничего страшного. Конечно, ты важнее всех, но неудобно будет. Ладно, но перед уходом не забудь поцеловать меня. Ты же знаешь, что я очень сильно люблю тебя. Знаю. Ладно, не задерживай меня, я опаздываю. Хорошо. Да, я его успокою. Да благословит вас Аллах. Всю ночь не давал покоя, и тебя замучили. Не обижайся. Не волнуйся, я ничего не слышала. Конечно же, не услышишь. Ты ведь всю ночь плакала под одеялом. Меня было слышно. Это и так понятно. Все они льют слезы ночи напролет. У тебя есть дети? Трое дочерей. Да хранит их Аллах. Аминь. Когда тебя посадили? 25 числа будет 9 месяцев. Значит, ты родилась здесь? Да, а что в этом такого? За что тебя посадили? Усунушили, к тебе посетитель. Ко мне? Кто же это?
Дай мне. Наверное, адвокат. Похоже, у тебя влиятельные связи. Идем. Хорошая женщина, правда? Погодите, мы еще не видели от нее добра. Кто это? Не знаю. Прошу вас, если это мои дочери, не знаю, Фусон. Начальник сказал, что к тебе пришли, поэтому я позвала тебя, больше ничего не знаю. У тебя есть зеркало? Откуда? Стесняешься дочерей? Я не хочу, чтобы они видели свою мать в таком состоянии. Фусон. Мама. Мама. Фусон. Фусон. Мама, прости меня. Я уже простила тебя. Моли Аллаха о прощении теперь. Мама. Не вмешивай меня в это дело, Селих. У меня не получится заниматься делами таких организаций. Свободное время я посвящаю жене и детям. Я не такой равнодушный, как ты. Кстати, Шехерезад все время просила меня передать тебе, чтобы вы как-нибудь заехали к нам. Передай привет Сибель. Что желаете на обед, господин Анур? А что есть в меню столовой? Жареная рыба, господин. Жареная? Раньше вы любили это блюдо. Сейчас я начал слушать жену. Нельзя есть жареную еду. Закажите мне что-нибудь легкое. Хорошо, господин. Вы что-то хотите сказать, госпожа Нурхаят? Нет, господин Анур. Хотя это меня не касается, но я хочу спросить у вас кое-что. Вы знаете свое дело, госпожа Нурхаят. Что вас беспокоит? Господин Анур, с госпожой Шехерезад все нормально? Почему вы спрашиваете, что-то произошло? Нет, но... В вашем компьютере я увидела одну фотографию, меня это тревожит. Кто открыл это? Он был открыт, господин, даже... Да? За вашим компьютером сидела госпожа Эда. Госпожа Эда? Где диски? Не знаю, господин Анур. Госпожа Еда взяла с вашего стола несколько дисков. Сначала едим все, что хотим, а потом не можем избавиться от лишнего веса. Если честно, я не переживаю по этому поводу. Говори только за себя. Госпожа Мелик, вы можете оставить нас одних? Мне нужно поговорить с госпожой Едой. Конечно. Госпожа Еда, прошу вас, верните мне мои диски, которые вы взяли с моего стола. Конечно, пожалуйста. Не эти. Я взяла только эти диски. Проект фирмы «Канатстрой». Прошу прощения. Ничего, вы могли бы спросить об этом и в присутствии Мелик. Сегодня госпожа Шехерезад включала мой компьютер? Да, она включала. Вы, наверное, говорите о тех дисках, которые забрала госпожа Шехерезад. У нее было несколько дисков, когда она выходила отсюда.
Прошу прощения. Слушаю. Дорогая, если ты закончила работу, может быть, поедим где-нибудь вместе с детьми? Я на собрании, Онур, позже перезвоню тебе. Дорогая, я... До встречи. Вы нашли диски, которые искали, господин Онур? Нет, госпожа Эда не брала их. Вы уверены? Неужели я ошибся, когда сказал, что вы знаете свое дело, госпожа Нухаят? Прошу прощения, у меня не было дурных намерений. Хорошо, можете унести все это, я не буду есть. Я не беру чужие вещи, госпожа Нурхаят. Мама учила меня этому. Также мама говорила, что нельзя сплетничать за чужой спиной. Невоспитанная. Я закончила, господин Онур. Что ты собираешься делать? Не знаю. Раньше я бы могла забрать Каана и уйти, а сейчас есть Нилюфер, я не могу поступить так. Ты с ума сошла? Что значит уйти из дома? Поговори с ним и решите эту проблему, так нельзя. Что я скажу ему, Бану? Мне сказать Онуру, ты мне не веришь и приставил человека следить за мной? Да, спроси, почему он это сделал. Уму непостижимо. Зачем ему следить за собственной женой? Потому что не доверяет мне. Перестань. Ты не давала для этого никакого повода. Или давала? Скажи мне. Он что-то услышал или увидел? Почему он так не доверяет тебе? Я очень соскучилась по своим дочерям. Успокойся, сестра, будь терпеливой. Иначе мы тоже заплачем. Я не могу больше. Как подумаю о них, сердце разрывается на части. Вы все еще не спите? Собираемся, бабушка. Ну-ка. Вы не поцелуете бабушку? Мои дорогие, мои родные. Давайте. Давайте, мои дорогие. Укройся одеялом. Укрываемся. Не выключай свет. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Не плачь, господин Бурхан. О, Аллах, да сохрани нас. Дай терпение. О, Всевышний. Все, господин Бурхан, умоляю тебя, перестань. Я не думал, что мы увидим такое в старости. На деде, мы с тобой без забот и хлопот. Радоваться счастью детей и внуков. Ты не будешь спать? Куда ты? Сегодня я буду спать с Каном. Перестань. Я не смогу заснуть без тебя. Онур, отпусти меня. Что с тобой? Давай поговорим. Обязательно поговорим. Но не сейчас. Ты успокоишься, если я попрошу у тебя прощения? Нет. Все ясно. Оставайся здесь, я буду спать внизу. Однажды меня спросили, что такое любовь. Я ответил, любовь такая сладкая, что ее начинка похожа на мед, а тесто на яд. Если бы расставшись, влюбленные снова не сходились, я бы потерял интерес к жизни. Я клянусь, что в моем сердце живет только наша любовь. Этому свидетели голубое небо, земля и тысячи звезд. Хорошо, позже я отправлю одного парня. Спасибо, до свидания. Гани, мне нужно сделать диагностику машины. Ты сможешь поехать в сервис-центр? Конечно. На время ремонта мне выдадут другую машину, а обратно вернешься на ней. Хорошо, тетя Шахрезад, я сейчас же поеду. Хорошо, Гани, будь осторожен за рулем. Спасибо. Сегодня в 2 часа собрание, правда? Кто будет присутствовать? Господин Нур, господин Бурхан и господин Узджан. Спасибо, госпожа Нурхаят. Собрание пройдет в конференц-зале, да? Еще неизвестно, я сообщу вам. Хорошо. Дома, когда я вижу девочек, мое сердце разрывается. Но во всем виноват я. Ну что вы? Нет, нет. Я хорошо знаю свою ошибку. Я никогда не доверял своим детям. Всегда хотел, чтобы они находились рядом. Пытался контролировать их. Но вышло все наоборот. Но в чем ваша вина в данной ситуации? Тот человек был психически больным. В конце концов, все привело к этому.
Но не стоит жалеть о прошлых поступках. Нет смысла. Я хотел сделать как лучше для своих детей, но получилось наоборот. Если бы я поверил им и дал больше свободы, не думайте об этом. Вы очень нужны своим внукам. Ты права. Я должен противостоять любой трудности, поэтому мне нужно много работать. Если позволишь, я пойду, Шахерезад. Конечно, передайте привет госпоже Назиде. Хорошо. Она очень рада, что ты навестила нас. Ты правильно сделала. До свидания. Всего хорошего. Удачи, дочка. До свидания. Спасибо, до свидания. Госпожа Шахерезад, что с вами? Голова немного болит, Хунер. Принести таблетки от головной боли? Нет, не нужно. Наверное, пройдет, если немного прогуляюсь на свежем воздухе. Если будут звонить, запиши, хорошо? Конечно, не переживайте. Извините, я проголодалась. Все же следи за своим питанием. Как бы после родов не было трудно восстановиться, Бану. Знаю, но я не могу отказать себе, особенно в сладком. Кстати, сладости. Что-то случилось? Я пригласила гостей на завтра, но мне некому помочь. Фатмы завтра не будет? Да. К несчастью, у нее умер какой-то родственник. Она поедет домой. Где же мне найти помощницу? Завтра я отправлю нашу Амину к вам. Пусть побудет у вас на время отсутствия Фатмы. Ну что ты, дорогая, что ты будешь делать? Как ты останешься дома в таком положении? Нет-нет, мы придумаем что-нибудь. Без того Керим помогает мне во всем. Хорошо, в таком случае пусть приходит. Тогда завтра я отправлю Амину сюда. Спасибо, Бану. Кого вы пригласили в гости? Людей из фонда Жардем. Собственные дети не приходят ко мне, поэтому я нашла себе новых друзей. Я пригласила их. Добро пожаловать, господин Керим. Здравствуй. Керим, здравствуй. Наверное, ты приехал забрать Бану? Нет, я приехал повидать тебя, мама. Как твои дела? Похоже, у тебя хорошее настроение. Все так же, как ты. Спасибо, хорошо. Ты уже рассказала маме? Нет, я ждала тебя. Что вы хотели сказать? Мама, мы хотели познакомить тебя с нашим малышом Денис Инджиоглой. Вы решили назвать ребенка Денис? Красивое имя. Пришел господин Бурхан. Добро пожаловать, господин Бурхан. Здравствуйте. Госпожа Нурхейт, принесите, пожалуйста, нам два кофе. Хорошо. Я звонила господину Узжану, он в пути. Очень хорошо, пригласите госпожу Эду. Я звонила ей, но ее нет на месте, господин. Вы заранее предупреждали ее? Я сказала ей утром, хотела предупредить ее, что собрание состоится в вашем кабинете, но не нашла. Понятно. Мне позвонить на мобильный телефон госпожи Эды? Нет, не стоит, я сам позвоню. Господин Онур, я вас слушаю. Госпожа Эда, где вы? Мы начинаем собрание. Господин Онур, я на строительном объекте. Возникло очень важное дело. У меня собрание с инженерами ответственной фирмы. Правда? Почему вы не предупредили об этом госпожу Нурхаят? Мы ведь ждем вас на собрании. Я думала, что успею, но похоже, что опоздаю. Прошу прощения, господин Онур, я постараюсь успеть. Мы начнем без вас, госпожа Эда. Хорошо, еще раз прошу прощения. До свидания.
Прошу прощения, господин Бурхан, из-за собрания я не уделил вам должного внимания. Ничего страшного. Как ваши дела, все в порядке? Надеюсь, госпожа Надиде все хорошо, да? Господин Бурхан, что произошло? Или возникли трудности? Не спрашивайте, господин Анур. Нас постигла беда. В чем дело? Даже не знаю, как вам сказать об этом. Такого я не пожелаю и врагу. Что случилось? Моя невестка. Моя бывшая невестка Фусун. Да? Она попала в тюрьму. Ну как, мне идет? Ты стала похожа на учительницу. Куда собралась? В суд. Сегодня рассматривают наше дело относительно развода. Хорошо, пусть хранит тебя Аллах. Что ты несешь? Думаешь, я хочу развестись? Что же тогда? Боже мой, разве нормальный человек согласится развестись с Еврея Углы? Пойдем со мной. Не могу. У меня нет такой одежды. Найдем что-нибудь. Прошу тебя, пойдем со мной. Хорошо. Это мне подойдет. Но не смей там называть меня Айгуль. Ты с ума сошла? Конечно, нет. Может, выпьем здесь кофе? Нет, это место только для аристократов. Какие аристократы? Мы с Керимом часто приходим сюда. Хорошо, давай и сюда войдем, нам все равно делать нечего. Днем кафе, бары, рестораны, а вечером кинотеатры, клубы, концерты. А что в этом такого? Тогда скажи, куда нам пойти? Бурак. До каких пор мы будем так ходить? А что мы делаем, любимая? Мы неплохо живем. Ты привык к такой жизни. Я не могу так жить. Мне нужно скорее найти работу, а ты можешь продолжать гулять. Ну что ты говоришь только о работе? Радуйся и наслаждайся жизнью. Я не могу так жить, Бурак. Даже мой отец устроился на работу. Мне уже перед ним стыдно. Скажи мне, мы войдем сюда или нет? Ладно, идем. Как тебе это место? Пойдет. Ага. Брат? Брат? Надо же, голубки. Как дела? Хорошо, как вы? Тоже хорошо. Что вы здесь делаете? Что делать? Разгуливаем целыми днями. Заняться нечем. Ей никак не угодишь. Скажи ей что-нибудь. Она настаивает выйти на работу. Привет. Привет. Как дела, Сезен? Спасибо, хорошо, как вы? Теперь можешь обращаться ко мне по имени. Присаживайтесь. Так и будем стоять? Давайте, давайте. Спасибо. Как мой племянник Бану не обижает тебя? Нет, мы не можем дождаться его рождения. Дай Аллах ему здоровье. Как вы его назовете? Его папа уже выбрал имя Денис. Денис – очень красивое имя, мне нравится. Будь это мальчик или девочка, назовете его Денисом. Если будет девочка, назовем Сурия Денис, а мальчик – Юсуф Денис. Я впервые слышу. Сурия так звали нашу бабушку по маминой линии. Да, я забыла, значит, Юсуф – это имя вашего дедушки. Нет, я тоже не знаю. Я сказал это просто так. Если хочешь, назовем именем твоего дедушки. Определимся после родов. Посидим как-нибудь все вместе. Стыдно, что мы встретились так вне дома. Хорошо, приходите к нам. Лучше вы к нам. Но мы ведь только поженились. Хорошо, но мы ведь старше вас. Сначала приходите вы к нам. Даже можете приехать вечером. Правда, Керим? Хорошо, я приеду с радостью. Сезен? Было бы неплохо. Договорились. В таком случае ждем вас на ужин. Вы разводитесь, потому что не сошлись характерами, а теперь послушаем вас. Сторона истца готова? Мы готовы, господин. У вас нет адвоката?
Я не хочу разводиться, господин судья. Я очень сильно люблю своего мужа. Она лжет, господин судья. Ей нужны мои деньги. Я вам не разрешал говорить. Мне нет дела до его богатства. Я по-настоящему люблю своего мужа. Его дети стали для меня родными. Прошу вас, дайте нам еще один шанс. Не волнуйтесь, вы. Послушайте, господин судья. Господин, как было отмечено в заявлении моего подзащитного, причиной распада его семьи стали непонимание и постоянные скандалы. Это понятно. Ответьте, почему вы хотите развестись? Ведь ваша жена утверждает, что любит вас. Мы не можем жить вместе, господин судья. Мы не понимаем друг друга. Сынок, мама пришла? Нет, папа. Она звонила? Нет. Чем вы занимаетесь? Ничем. Я делаю домашнее задание. Молодец, сынок. Тогда до вечера. До встречи, папа. Целую тебя, я тоже. Прошу прощения, господин Онур, я не успела на собрание. В следующий раз придете без опоздания. Конечно. Вы уходите? Да. Как дела у госпожи Шехризад? Хорошо. Добрый вечер. Здравствуй, сынок. Ну что, Али Кемаль, ты развелся? Нет, отец. Судья не принял наше заявление. Что значит, судья не принял заявление? Почему ты не сказал, что хочешь развестись? Я так и сделал, отец. Но так как Аху сказала, что не хочет разводиться, и... Судья вынес решение продлить срок совместного проживания еще на один год. И ты согласился с этим решением, да? Что я могу сделать против закона, папа? Как же так, значит, ты будешь жить с той ведьмой еще один год? Закон есть закон, я же не могу сказать, что не хочу с ней жить. Значит, ты не можешь так сказать. Думаешь, я не хочу развестись, папа? Тогда почему ты не сделал этого? Ты опять ничего дельного не сделал. Господин Бурхан, достаточно. Папа, разве ты не знаешь Аху? Она торговалась со мной. Ты сам сказал, что не заплатишь ей ни гроша. Сказал. Аху разревелась перед судьей, сказав, что безумно любит меня и просила не разлучать нас. Все, Али Кемаль, хватит, не говори ничего. Замолчи, пока я не рассердился еще больше. Ты прав, отец. Будет лучше, если я закрою рот. Закрою. Почему ты кричишь на него? Почему ты отбиваешь у него желание? Он не смог справиться с этим делом. Еще что-то говорит о законе. В этом нет его вины. Ты ведь не дал ему возможности расплатиться с ней. Что ему оставалось еще делать? Как это? Значит, я должен дать ей то, чего она хочет? Я собирал все это, чтобы раздать тем гиенам? Если бы мы отдали им один магазин и одну квартиру, то решили бы проблему. И не было бы столько шума. Но ты ничего не хотел слушать. Ты теперь на стороне Али Кемаля? Разве не по его вине мы оказались в таком положении? Все уже прошло, господин Бурхан. Не терзай нашу душу, хватит. Ты уходишь? Ты идешь домой? Да, ты что-то хотел сказать? Нет, как твоя мама? Она ведь заболела. Спасибо, ей сейчас лучше. Кюнер. Кунер. Что?
Ты ничего не скрываешь от меня? Нет, ничего подобного. Но мне как-то неспокойно в последнее время, ты отдалилась от меня. О чем ты думаешь? Что ты хочешь сказать? Ты знаешь, о чем я. Ты снова вернулась к своему бывшему парню, да? Или ты считаешь, что парень, сестра которого попала в тюрьму, недостоин тебя? Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Шехризад здесь? Нет. Наверное, она только что ушла. Нет, давно. Она уехала во время обеда и все еще не вернулась. Она не сказала, куда едет. Нет. У нее нет собрания встреч. Насколько я знаю, нет. Хорошо. До свидания, до свидания. Али Кемаль. Ты был прав, папа. Я и с этим делом не справился. Чего я добился в этой жизни? Послушай, сынок, я только хотел быстрее избавиться от этого. Думаешь, я не хочу? Но что мне делать, если не получается? Хорошо. Просто нам не повезло. Будем здоровы. Все решится, когда придет время. А ты научишься дорожить тем, что имеешь. Что в этом толку? Я не в состоянии развестись с циничной женой, спасти мать моих детей. Я жалок. Ты ни в чем не виноват. Особенно в этом деле. Сейчас у нас тяжелые времена, но все пройдет. Все будет хорошо. Давай. Спустимся вниз. Алло. Алло. Мама? Родной мой, сынок, как дела? Хорошо. Мама, где ты? У меня много дел, сынок. Я вышла. Когда ты приедешь домой? Я сегодня не смогу приехать, родной. Не приедешь, но... Не волнуйся за меня, ладно? Завтра приеду. У меня все хорошо. Только нужно уладить дела. Хорошо. Молодец, сынок. А сейчас поешь и иди спать. Хорошо, хорошо. Целую тебя. Я тоже. Что сказала мама, сынок? Она сегодня не придет. Абонент не абонент. Анангара. Посмотри на него. Стой! Зачем мне останавливаться? Отойдите! Остановись, старик! Отдай кошелек! Парень, ступай своей дорогой, от моего кошелька не будет пользы. Я сказал, дай сюда. Послушай, парень, если ты проголодался, то могу поделиться деньгами. Ты что, издеваешься над нами? Убирайся вон! Вот тебе! Быстро, быстро, бери деньги! Давай, скорее, уходим! Дядя Семих не пришел? Нет, не пришел. Он звонил? Нет, наверное, снова выпил и лежит где-нибудь. На себя бы посмотрел. Бану?
Бану? Нет. Что? Ты искренне пригласила Бурака или только потому, что не хотела расстроить меня? И то, и другое. Как это? Это недоразумение затянулось надолго. Пусть все наконец закончится. Значит, ты простила Бурака? И не держишь зла на Сезен? Я обижаюсь на Бурака, потому что он не навещает свою мать. Но это их дело. Хорошо. А ты не боишься, что мама может рассердиться этому? Со временем она смирится. Зачем тянуть? Как же Мелек? Ты обижалась на меня из-за Мелек. Она поймет. Теперь Бурак и Сезен женаты. Мелек должна смириться с этим и начать новую жизнь. Я взял в жены не женщину, а ангела. Ты, кажется, перехвалил меня. Этих похвал недостаточно. Я больше не хочу, чтобы в нашей жизни возникали недоразумения. Моя золотая жена. Я открою. Да что ты здесь делаешь? Что это значит? Ты ведь сказала, что пойдешь в клуб. Не пойду и не хочу туда идти. Прошу прощения, судя по всему, я помешала вам. Мелек, добро пожаловать, проходи в дом. Добрый вечер. Проходи, но сейчас придут Бурак с женой. Бурак? Понятно. Так вот, почему ты не хочешь пускать меня. Приедут новые родные, а твоя сестра — незваная гостья. Правильно. Не говори глупости, проходи. Мелек, ты действительно будешь стоять у порога? Нет, я не стану нарушать мирную обстановку, пока. Что ты хочешь этим сказать, Мелек? Мелек, не упрямься. Мелек. Мелек. Что она творит? Керем, достаточно, мне и так нелегко. Тогда зачем утруждаешь себя и пригласила Бурака? Когда они приедут, ты будешь ходить без настроения. Керем, что ты говоришь? Если бы я сидела без настроения, зачем мне тогда приглашать их? Ты права, любимая. Почему она до сих пор капризничает, показывает характер? Почему Мелек срывается на тебе, Бану? Если бы только Мелек срывалась на мне. Мама, папа, госпожа Сиваль, все срываются на мне. Все. Потому что я беспомощна, понятно, слабая. Не говори ерунды. Если вы ругаетесь из-за нас, то мы пойдем. Ну что ты, добро пожаловать. Я возьму, прошу прощения, добро пожаловать. Давайте сядем за стол, я очень проголодался. Хорошо. Вот это да, вы накрыли такой прекрасный стол. Запомните, я никуда не уйду, пока не съем все это. Даже если прогоните. Приятного аппетита. Госпожа Надиде, что вы делаете? Что за вид? А что такое? Разве в этом доме кто-то умер? Как понять эту тишину? Гани, сынок, включи телевизор. Хорошо, дядя Бурхан. Имет, Айше, вы тоже не грустите. Будьте в хорошем настроении, улыбайтесь. Как скажете, господин Бурхан. Послушайте, я не желаю, чтобы в этом доме были беды и неприятности. Все будет по-прежнему. Как мы можем жить по-прежнему, в то время как Фусун сидит в тюрьме, господин Бурхан? Фусун не останется в тюрьме. Она выйдет на свободу. Ее оправдают, и она с гордо поднятой головой будет жить в этом доме. Я приму ее и позабочусь о ней. Хорошо, не стоит так кричать. Но запомни, госпожа Надиде, я не послушаю твоих слов о том, что Али Кемаль еще не разведен. Я ошибся однажды и не хочу повторять ошибку, понятно? Я больше не стану повторять ошибку, господин Бурхан. Алло. Алло. Апа. Мама?
Пусун, дочка. Это я, мама. Можно мне поговорить с дочерьми? Конечно, конечно. Подожди одну минутку. Букет, Бурджу. Как ты, дочка, сама? Спасибо, мама. Девочки, поторопитесь, ваша мама зовет вас к телефону. Я передаю трубку Пусун. Возьмите. Алло, мама. Мамочка, как ты? Родная, не переживайте. Я сильно соскучилась по тебе. Я тоже, дорогая. Не переживайте за меня, хорошо? Не обижайте ваших бабушку и дедушку. Хорошо. Передай трубку Букет. Мамочка моя, Букет, не смей плакать. Да поможет нам Аллах. Не переживайте за меня, хорошо? Я вижу тебя во сне, мама. С кем ты разговариваешь? С Фусун. Я слышала, мама. Позаботься о своих сестренках. Пусть они не почувствуют, что меня нет рядом. Хорошо. Скоро увидимся, Букет. Не клади трубку, я передаю трубку папе. Фусун. Подожди, я пойду в другую комнату. Мои дорогие. Как ты, Фусун? Хорошо, Аликемаль. Не думай обо мне. Как мне не думать? Фусун, пожалуйста, прости меня. Это я во всем виноват. Не смог защитить тебя. Аликемаль, перестань. Если бы я раньше ценил тебя, то такой беды не случилось бы. Ты ни в чем не виноват. Если бы я мог, то сел бы в тюрьму вместо тебя. Аликемаль, сейчас не время говорить об этом. Ты должен быть сильным. Девочки не должны почувствовать мое отсутствие. Я кладу трубку. Все, кладу. Спокойной ночи. Будь сильной, Фусун. Давно не виделись, Ожжан. Как дела? Да, я не смогла приехать на собрание. Я была на строительном объекте, возникли срочные дела. Может, встретимся как-нибудь вечером? Выпьем, развлечемся. Кто-то звонит в дверь. Я позже перезвоню, хорошо? До встречи. Почему ты не взяла свои ключи? Кто знает, где ты еще их оставила? Эда? Как ты посмела прийти сюда? Удели мне одну минуту. Нет, я не желаю слушать тебя ни секунды. Убирайся отсюда. Эда, прошу тебя. Тебе не кажется, что ты опоздала? Дочка, не называй меня дочкой. Не смей называть меня так. Хорошо, как хочешь. Но одну секунду, держись от меня подальше.
называет меня своей дочерью. Только сейчас вспомнила, что я твоя дочь. Как ты могла оставить родную дочь? Оставила своей матери, в то время ты даже не думала обо мне. Не думала. Я не стану плакать из-за тебя. Конечно. Сейчас я встала на ноги, зарабатываю деньги, и нужна теперь тебе. Ничего не выйдет, госпожа Каусар. Тебе надо было подумать об этом прежде, чем бросить меня. Где ты, Шахерезад? Где ты? Жетпіс үшінші бөлімнің соңы.